И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это небольшой гайд на Птеранодона Вайл Эврима, а именно гайд, как цепляться за скалы и пальмы. С внесением и изменением новых механик для динозавров нам стала доступна данная механика. В принципе, долгое время тренировок и максимум вашего терпения позволят вам с легкостью зацепиться за пальму либо скалу. Неважно, ваш птеранодон хэтч, джуф, адолт либо фул, вы с легкостью зацепитесь за любую поверхность, даже с кусочком мяса в клюве. Итак, как же это делается? А делается это достаточно легко. Всего лишь нажать клавишу Z на клавиатуре к подлете поверхности, на которую вы хотите приземлиться, и за секунду до приземления зажать правую кнопку мыши. Z — это планирование, а ПКМ — это зацепиться за поверхность. Что же, давайте вот на этом примере рассмотрим, как это сделать. Нажимаем Z, держим. И нажимаем правую кнопку мыши. Таким же образом можно зацепиться за скалу. Давайте рассмотрим данный пример. Нажимаем Z, держим. И нажимаем правую кнопку мыши. Давайте попробуем еще раз. Z — планирование. И за секунду правую кнопку мыши. Нажимаем Z, держим. И нажимаем правую кнопку мыши. И самое главное, не важно, сколько у твоего птеранодона стамины, он по-любому зацепится за поверхность. Ну что же, друзья, всем хороших тренировок и хорошего выживания в мире Айл Эврима. А с тебя я попрошу всего лишь нажать пальчик вверх, подписаться на канал и нажать колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео, гайды и стримы на канале. Всем хорошего выживания в мире Айл. Пока.